до 31-го пробега памяти героев Чернобыля еще 45 дней. Электронная регистрация участников проводится на сайте «Все пробеги» до 18.00 29 марта. Стартовый взнос взрослые до 16 лет 290 гривен до 15 марта и 350 гривен с 15 марта по 29 марта. Пенсионеры по возрасту, участники ликвидации последствий аварии ЧС второй категории 180 гривен до 15 марта и 230 гривен с 15 марта по 29 марта. Дети до 14 лет включительно и участники ликвидации последствий аварии ЧС первой категории 75 гривен. Контакты для справок: Шанина Лидия, мобильный телефон 066-070-44-13, Сулимова Галина, мобильный телефон 050-352-99-11 и Сулимов Валерий, мобильный телефон 050-357-88-17. Напоминаем, 31-й пробег памяти героев Чернобыля состоится 11 апреля 2020 года.